Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как посеять семена адениума. Адениум стал очень популярным растением, и многие хотят его посадить, но не знают как. Я беру торф и вермикулит. Смешиваю вместе. Лучше брать один к одному. Торф нейтральный, агробалт синий. И все смешиваем. Такой торф очень хорошо дышит, моментально просто просыхает, прям за сутки. Поэтому вы точно не ошибетесь. Сам по себе торф хорошо пропускает влагу, и вермикулит хорошо пропускает влагу. Некоторые советуют использовать торф, вермикулит и перлит. Все в равных пропорциях. Но я не стала, так как растения маленькие, а перлит довольно крупной фракции. Там по 3-5 миллиметров, и чтобы не мешало растишкам расти, я вот выбрала более такой рыхлый и мягкий грунт, который помогут сеянцам быстрее вырасти. Для посадки выбираем контейнер любой, который можно закрыть. Если у вас крышечки нет, можно пленку использовать или в пакетик положить. Обязательно надо микроклимат создать, чтобы семена становились от влажности мягче и быстрее проросли. Подписываем наш контейнер. Я сажала 6 октября. Контейнер у меня на 500 мл. Я кладу грунт на 1-2 см. В общем, половина контейнера наполняю грунтом. Этого достаточно, чтобы семена проросли и некоторую часть немного подросли. Семена я покупала на Озоне, но также эти семена, этот же производитель, можно купить на AliExpress, ну, может быть, в других магазинах. Тут был подарок, сосна крымская, но я даже не стала рисковать. Я живу в Сибири, у нас зимой минус 50, выращивать ее, наверное, ну, в общем, не стоит. Все семечки, обратите внимание, разного размера. Я их побрызгала, чтобы их увлажнить немного. И вот к чему я говорю, обратите внимание на размер семечка. Из каждого семечка потом вырастет разный росток. То есть из маленького семечка будет маленький росток, из большого семечка будет большой росток. У меня было ровно 11 семян. Семена кладем на грунт и слегка приминаем, ну, чтобы они не внутрь вошли, а были на поверхности. Также грунт увлажняем. Я увлажняю с эпином. Эпин разводим 1 мл на литр воды. Тут я пульверизатором все намочила аккуратно, чтобы семена хорошо у нас разбухли, намокли и хорошо раскрылись в итоге. Коробочку закрываем и ставим под лампы. Ну, или ставим куда-нибудь в светлое место, чтобы у нас семена быстрее взошли. Вот прошло ровно 4 дня, и мы видим, что у нас появились первые всходы. Вот так вот интересно они взошли. Я их каждый день открывала контейнер, проверяла, что там, и опрыскивала снова из пульверизатора. На шестой день я заметила, что коробочки верхние не снялись, и сама аккуратненько сняла их. Видно, что много растений кривых из-за того, что на них были вот эти семенные коробочки, и поэтому они немного загнули. Седьмой день. Растения стали немного выпрямляться, распустили свои листики и росли. Я их поливала по мере того, как грунт высыхал. Это примерно, да, каждый день, потому что грунт очень быстро сох в этом контейнере, а они очень бешено росли. Обратите внимание, прошло ровно 2 недели. Грунт у нас зацвел. Это нормальное явление. Растения у меня стояли под лампами, прям впритык. Лампа на 18 ватт. Вот у нас они раскрылись. Те семена, которые были маленькие, те вот растения намного меньше. И вот прошло ровно 17 дней. Появились вторые листики. Они хорошо довольно раскрылись у некоторых.
И их уже пора пересаживать. Обратите внимание, как интересно они выросли. Им очень нравится под лампами, они достаточно быстро и активно растут. И есть, конечно, скрученные. Один из растений так и остался скрученным. Но я его оставлю, мало ли что из него вырастет. А вот видите, вот там вот слева маленький росток, он как раз был из маленького семечка. Если вам понравилось видео, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересных видео об адениуме и других растениях. Следующее видео я покажу, как пересаживать данные растения. Всем пока-пока!